Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Знакомьтесь, это Naki, умный дверной замок, который поможет пользователю забыть о всех волнениях, связанных с закрытием двери. Устройство монтируется внутри помещения, так что никакие подъездные хулиганы его не сопрут. Его принцип работы построен на том, что замок откроется лишь в случае, если смартфон владельца будет в радиусе действия Bluetooth. А теперь перейдем к приложению. Именно с его помощью можно расширить круг лиц, способных открывать двери, убедиться в том, что квартира закрыта, а также просмотреть подробную информацию о взаимодействии с замком в течение дня и имена посетителей. А это Wave MIDI, контроллер, представленный в форм-факторе кольца. На самом деле очень интересная разработка для музыкантов и тех, кто как-то связан с музыкой. С его помощью, используя жесты рук, можно управлять характеристиками звучания или формировать звуковые эффекты в DAW. Wave предусматривает регулируемый по размеру ремешок, три кнопки управления и светодиодный дисплей, который отображает текущие действия. На очереди Max Pump 2, портативный USB насос, сочетающий в себе зарядное устройство для смартфона, а также он способен выполнять роль небольшого пылесоса для очищения труднодоступных мест. Устройство поставляется с четырьмя насадками, подходящими для большинства плавательных изделий. Одного полного заряда аккумулятора Max Pump 2 будет достаточно, чтобы надуть 10 матрасов или 25 кругов. Зарядка же отнимает 5-6 часов и осуществляется через microUSB кабель, входящий в комплект. А это колыбель Ньютона, слышали о такой? Да чего же залипательная вещь. Она была названа в честь одного из создателей классической физики Исаака Ньютона. Система предназначена для демонстрации преобразования энергии различных видов друг в друга. Она состоит из платформы и 5 подвешенных шариков. Отведя и отпустив один из крайних, вы сможете наблюдать за тем, как через секунду будет передаваться импульс по оба края механизма, и шарики будут двигаться зеркально. Через какой-то промежуток времени они остановятся. Обычно продолжительность эффекта связана с размером и весом. Здесь у меня MicroBlade Peel TI, крошечный капсульный нож, напоминающий игрушку из киндера, правда опасную игрушку. Изделие оснащено удобным кольцом-карабином для крепления, например, на связке ключей. В основном такой нож рассчитан на выполнение несложных задач, вроде вскрытия коробок, а вот в походе на него лучше не надеяться. К достоинствам столь необычной формы стоит отнести крышечку, прикрывающую лезвие и защищающую от случайных порезов. Готов поспорить, эта колонка заставит пищать каждого. Представляю вашему вниманию это чудо. Что ее отличает от других? Даже не знаю, с чего начать. Например, программируемые светодиоды, уникальный дизайн, напоминающий компьютеры из 90-х, а также наличие механических кнопок управления, что наверняка зайдет геймерам. На пиксельный экран можно установить любое понравившееся вам изображение, а также вывести часы. Сам динамик располагается сверху и звучит достаточно чисто. Умная колонка подключается с помощью Bluetooth. Все основное управление осуществляется через приложение на смартфон. А теперь поговорим о мягких флаконах для хранения средств личной гигиены, идеально подходящих для путешествия налегке. Они будут несколько раз легче и компактнее традиционных силиконовых бутылочек аналогичного объема. Кроме того, флаконы могут порадовать и своим привлекательным минималистичным дизайном. Для крепления у них предусмотрены петли с кнопкой. Чтобы не запутаться, где шампунь, а где крем, на петле предусмотрена белая строка, предназначенная специально для надписей. Далеко не каждый использует флешку исключительно для того, чтобы переустановить операционную систему или закинуть на нее доклад. Некоторые пользователи хранят на ней личные файлы, которые хотелось бы как-то защитить от посторонних глаз. Именно для этой цели существуют специальные флешки, которые не отобразят файлы, пока владелец не оставит свой отпечаток пальца. Всего можно хранить до 10 идентификаторов, так что Lexar Jump Drive отлично сгодится не только для домашнего пользователя, но и для работы. При оформлении заказа можно выбрать объем накопителя 32, 64, 128. 8 или 256 гигабайт. Интерфейс флешки USB 3.0. В наше время многие перестали пользоваться настольными лампами, ссылаясь на то, что есть светодиодная подсветка или потолочная лампа. И очень зря. Я хочу показать вам модель, которая отличается возможностью выбирать один из трех режимов свечения, гибкой ножкой и приятным минималистичным дизайном, а также наличием беспроводной зарядки. Светит она достаточно ярко, да и как по мне, такая вещь всегда будет к месту.
Не хочу показаться старым, но я один даже не догадывался о существовании стиральных машин для наушников. Да, вы не ослышали, стиральных машин для наушников. Выглядит оно как-то так. Процесс очистки происходит в несколько этапов. Обработка вращающейся щеткой, обрызгивание чистящим средством и центрифугой в силиконовом барабане. Последний гарантирует бережное удаление всех загрязнений. Если верить тому, что показано на видео, в конце мы должны получить идеально чистенькие наушники. Ну как, поверим? Алло-алло, пранкеры на связи, я тут кое-что годное для вас подвез. Ну, если вы понимаете, о чем я. Наверняка каждый вспомнит игру на смартфон, где нужно было вовремя убрать палец, чтобы его не разрубило на части. Но даже если не вспомните, не беда. Суть следующей игрушки практически идентична. Она представляет собой миниатюрную версию гильотины. Только с ее помощью отсекается не голова, а палец. Мой вам совет, чтобы нагнать атмосферы, начните представление с демонстрации принципа работы на примере какого-нибудь продукта, морковки как вариант. А уж после можете выбрать добровольца, только не забудьте попросить его распрощаться со своим пальчиком. Шучу. Палец останется цел и невредим. Или нет? В любом случае советую потренироваться, прежде чем выступать на публике. А это бесконтактный термометр, полезная находка для мамочек маленьких деток, которые постоянно куда-то убегают и ни минуты не могут находиться без дела. Устройство определяет температуру буквально за одну секунду, за это время оно проводит сразу несколько замеров, после чего специальный алгоритм определяет конечный результат с высокой точностью. Помимо температуры тела, термометр можно использовать и для того, чтобы измерить температуру жидкости, например, детской смеси. Результаты сохраняются на внутреннюю память устройства. Эта функция позволяет отслеживать динамику изменений, что особенно актуально при простуде. А это перчатка со встроенной подсветкой на указательном и большом пальцах. Думаю, она будет очень полезна для сантехников, автослесарей, а также для тех, кто вынужден работать в малоосвещенных местах. Домашним мастерам перчатка тоже пригодится. Главная ее польза заключается в том, что в таком случае обе руки остаются полностью свободными. Подсветка активируется путем нажатия на специальную кнопку, таким же образом происходит и ее отключение. На улице уже лето, а что это значит? Что уже можно начинать выгуливать свой байк, который зимы пылится в гараже. А чтобы ночные прогулки не представляли опасности, держите заднюю фару, создающую лазерные полосы. Они появляются с обеих сторон велосипеда, не боятся воды, имеют несколько режимов и видны с дальнего расстояния. Такая фара нужна для того, чтобы быть заметнее на дороге, тем самым уменьшая риск возникновения аварии при перестроении в другой ряд. Так, ну а сейчас вы и вправду удивитесь, это Ломи, кухонный прибор, превращающий остатки пищи в компост, который не имеет неприятных запахов и может использоваться для удобрения комнатных и садовых растений. Чтобы понять, как он работает, достаточно вспомнить блендер. Представьте, что Ломи — это большой блендер, внутри которого расположен нагревательный элемент. Задействуя лопасти, он перемалывает биоразлагаемые отходы в мелкую крошку, нагревает их, а затем охлаждает. И вот на выходе мы получаем компост. Не могу не отметить и то, что Ломи также способен перерабатывать и биоразлагаемый пластик. А теперь поговорим о милейшем ночнике Planet 9. Знаете, кого он мне напомнил? Человечка из Among Us. Я же не один о нем подумал. Ночник предусматривает возможность отдельной настройки цвета каждого светодиода. Кроме того, устройство имеет множество вариантов мигания и свечения, которые подстраиваются под музыку, создавая непередаваемую атмосферу в комнате. А еще ночник можно настроить как светящийся будильник. Специально для тех, кто любит выделяться из толпы, я добавил в этот выпуск умную маску с LED-экраном. Она подключается к смартфону по Bluetooth и управляется с помощью приложения. В нем можно изменить дизайн маски, используя пресеты, или же придумывать что-то свое. На выбор предложено много интересных вариантов на любой вкус и случай, чем недостойная замена стандартному силиконовому варианту. Нередко обладатели MacBook'ов жалуются, что им катастрофически не хватает портов. Сказать, что я шокирован, значит ничего не сказать. В устройстве за 100 с лишним тысяч не хватает портов, чтобы подключить, блин, периферию. Докатились, называется. Благо, эта проблема легко решается с помощью специального переходника от Ugreen. Информацию о его совместимости лучше проверить на сайте, чтобы не прогадать с выбором. Несомненное достоинство концентратора именно от этой компании заключается в том, что он отлично вписывается в общую картину, не влияя на эстетику. Устройство представляет собой разветвитель 5 в 1, где реализовано 3 порта USB 3.0, USB-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Кроме того, у продавца представлены и другие модели, где также присутствуют разъемы для карт SD и TF.
Пользу следующей вещи сполна оценят лишь игроки в OSU. Это Simple Pad, мини-клавиатура, состоящая всего из двух основных кнопок. Какая-то будет цифра или буква решать только вам. Зачем нужны такие клавиатуры? Суть в том, что в OSU задействуются всего две кнопки, другие же попросту не нужны. И чтобы они не мешали, игроки предпочитают такие вот урезанные версии. При оформлении заказа можно выбрать цвет самой клавиатуры, от которого зависит и цвет клавиш, а также свитчи. А это Holga принтер, механический мобильный принтер Instex, в котором отсутствует какая-либо электроника и даже батарея. Для того, чтобы распечатать фотографию, необходимо выполнить несколько простых действий. Раскрыть солнцезащитный козырек принтера, положить смартфон экраном вниз и нажать одну кнопку. Готовая фотография также вытаскивается вручную. Для этого потребуется задействовать поворотный диск, находящийся сбоку. Покупать сегодня на AliExpress становится не так выгодно, как раньше, но у вас есть отличная возможность сэкономить сервисом Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте, затем на главной странице Мегабонус вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть Литуаль, и там можно вернуть почти 12% с покупки, а недавно был AliExpress, кэшбэк составлял до 30%. Чтобы не упустить AliExpress в следующий раз, регистрируйтесь на сайте и регулярно смотрите магазины с повышенным кэшбэком. Активировать повышенный кэшбэк на сайте очень просто, а также установить мобильное расширение, вы получите плюс 2 к уровню лояльности, а чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успейте воспользоваться. Тот, кто много работает за компьютером, не понаслышке знает о том, как важна правильная посадка. И, конечно, если разок посидеть неправильно, ничего страшного не случится. Но вот через месяц-другой вы обязательно об этом вспомните. Так что, я думаю, вам пригодится эта штуковина. Это портативный подлокотник, который крепится к любой поверхности и дает возможность отдохнуть, сидя за компьютером. Его можно повернуть в любую сторону, чтобы подобрать наиболее удобное положение для вашей руки. Механизм выдерживает до 21 кг и оснащен амортизаторами с глушителями, обеспечивающими тихую и гладкую работу. Компании Razer наслышан каждый геймер, но знали ли вы, что помимо игровой периферии они выпускают и другие не менее интересные продукты, как, например, Razer Zephyr. Это защитная маска, которая впервые была представлена на выставке CES 2021 года. Главной отличительной особенностью, конечно же, является RGB подсветка, включающая в себя 16,8 миллионов оттенков, настраиваемых через приложение для смартфона. Конструкция маски предусмотрена наличие двух втягивающих вентиляторов, работающих в двух режимах. Аккумулятора хватает на 8 часов работы без подсветки и с низкой скоростью вращения. Полная зарядка через USB порт занимает около 2 часов. Еще одной фишкой устройства является прозрачная передняя панель с антизапотевающим покрытием. А как вы считаете, действительно ли Razer выпустила хорошее средство защиты для ежедневного использования, или перед нами красивая вещь для косплея или вечеринок и не более того? Фанаты Железного Человека на месте? Надеюсь, да, иначе они очень многое теряют. Это декоративный светильник-реактор, который нужно собрать своими руками, как это сделал сам Тони Старк. Продавец предлагает несколько моделей на выбор, которые отличаются как своей базой, так и способностью управления подсветкой. Каждый велосипедист знает важное правило – безопасность превыше всего, поэтому, гоняя по городу, не стоит забывать как о правилах поведения на дорогах, так и об экипировке, которая спасла не одну жизнь. Это умный шлем Smart4U. Он оснащен 6 светодиодами, которые видны с расстояния 150 метров. С их помощью можно указать поворот или же проинформировать водителей о своей остановке. Управление указателями осуществляется с небольшого пульта. Главной же фишкой шлема является его поведение в экстренной ситуации. Если велосипедист попадает в аварию, он автоматически рассылает сообщения, содержащие координаты избранным контактам и службам спасения. Кроме того, в шлем встроен микрофон и динамик, позволяющий ответить на звонок близкого, не отвлекаясь от вождения. Готов поспорить на лайк, что следующая находка заставит вас удивиться и поверить в магию вне Хогвартса. Это Storm Glass, аксессуар, представляющий собой прозрачную емкость, способный определить погоду, а также предсказывать ее изменения и появление осадков. Вся соль в особом химическом составе, который каким-то загадочным образом реагирует на микроизменения давления и другие параметры окружающей среды. В зависимости от того, какая погода ожидается, содержимое меняет свой внешний вид.
Подводный мир таит в себе немало загадок и тайн. Вот, например, знали ли вы, что поверхность Луны человечество изучило лучше, чем дно океанов? А это именно так. В голубой толще воды живут удивительные морские обитатели. Самые большие, самые сильные, самые ядовитые животные также живут под водой, а не на суше. Слушая меня, у вас наверняка загорелось дикое желание понырять. А в этом деле спутника лучше, чем подводный скутер, быть не может. Он отличается компактным дизайном, благодаря чему не доставляет проблем при транспортировке. Привыкнуть к нему — дело одного плавания. Это не сложнее, чем плескаться с надувной подушкой. Только эта подушка нехило разгоняет. Устройство рассчитано на глубину до 50 метров, а также может набрать скорость до 6,5 км в час. Я как настоящий мужик не могу представить свое утро без вкуснейшей, слегка подгоревшей яичницы со скорлупой и помидорами. Белиссимо. Иногда, когда есть настроение, я могу себя побаловать и вместо жареной яичницы предпочитаю вареные яйца. Правда, чистить я их не умею от слова совсем, да и не люблю это дело. Но даже для таких ленивцев, как я, придуманы простейшие приспособления вроде этого. Это очиститель яичной скорлупы. Работает он следующим образом. Заливайте немного воды внутрь, кладете яйцо, плотно закрываете крышку и шейк. В итоге скорлупа размягчается и легко снимается. На очереди многофункциональная станция, которая справится с приготовлением завтрака на любой вкус. Она совмещает в себе кофеварку, духовку, в которую можно приготовить даже небольшую пиццу, а также гриль с серебристой адаптированной поверхностью, чтобы и яйца поместились, и бекон. С таким наборчиком вы точно забудете о скучном завтраке, ведь у вас есть все необходимое, чтобы приготовить овощи, гриль, бургер, рыбу, пирог, грибы, а также другие интересные и вкусные блюда. В качестве отдельного преимущества станции не могу не отметить наличие таймера и функции поддержания тепла в течение 30 минут. Иногда всем нам хочется как-то выделиться из толпы, и одни делают это с помощью стрижки или яркого макияжа, другие берут своим поведением и взглядами на мир, а третьи кастомят шмотки. И это, пожалуй, самый безобидный и действенный вариант. Кстати, для его реализации вовсе не обязательно обращаться к профессионалам, которые, даже учтя все пожелания заказчика, не факт, что сделают именно так, как было задумано. Куда проще воспользоваться ручным термопрессом, который способен перенести понравившиеся вам принты на любые вещи. Футболку, кепку, штаны или даже кроссовки. Управлять им проще некуда, для этого предусмотрена всего одна главная кнопка, регулирующая уровень нагрева. Razer не перестает удивлять своими разработками, и, пожалуй, одной из самых ярких за недавнее время является Project Brooklyn. Захватывающая концепция основана на идее полностью иммерсивной игровой станции. Перед нами игровое кресло, которое помимо RGB-подсветки, свойственной всем продуктам компании, может похвастаться и 60-дюймовым дисплеем. Кресло располагается на регулируемой платформе с кабельной разводкой, предусматривая 4D-подлокотники, которые могут убираться, а также складной столик. Дисплей, кстати, гибкий, это дает возможность сложить его в спинку кресла тогда, когда он не нужен. Но и даже это еще не все. Razer также обещает оснастить станцию системой объемного звучания и обратной связью. Надоели скучные шнурки, которые только портят внешний вид обуви? А как насчет светящегося варианта? Такие шнурки продаются в разных цветах, что напрямую влияет на оттенок подсветки. Для того, чтобы их зажечь и выбрать режим работы, необходимо каждый раз нажимать кнопку, расположенную на маленьком белом контроллере. Длина изделия достигает 120 см, чего с головой хватает, чтобы удивить окружающих не только эффектом, но и оригинальной шнуровкой. А это док-станция для жестких дисков. С ее помощью можно подключить накопители не только к компьютеру, но и к смарт-ТВ, ноутбуку или же использовать в качестве внешнего хранилища. К преимуществам такого устройства стоит отнести возможность оперативной замены. Ведь согласитесь, достать жесткий диск из корпуса — не самое быстрое дело. И ладно, таким не станет заниматься рядовой пользователь, но ведь есть и компьютерные мастера, чья работа так или иначе может быть с этим связана. Эта док-станция предлагает два слота для подключения дисков, а также оснащена светодиодным кольцом с индикацией. А вы заметили, что сейчас даже у начинающих блогеров, хотя каких там блогеров, даже у детей, снимающих забавные танцы в ТикТок, есть кольцевые лампы. Ну ничего себе. А знаете, я тут подумал, мне она очень надоела. Так надоела, что я решил подыскать достойную, не уступающую функционале замену. И вот что мне удалось найти. Это внешний накамерный RGB свет, главным преимуществом которого являются компактные габариты. Все органы управления расположены на тыльной стороне. Речь идет о кнопке переключения режимов, кнопке
приборах, отвечающих за регулировку яркости и температуры света, выключатели, дисплеи, а также о порте для зарядки и индикаторе для выбора цвета. Как по мне, это полезная вещь, которая сгодится не только для съемки фото или видео, но и для использования в качестве заднего фона или даже основного света. Правда, в этом случае мощностью одной лампы не обойтись, лучше сразу покупать несколько. Следующему устройству обрадуется каждая хозяюшка. Встречайте настенную паровую посудомойку, которая позаботится не только о посуде, но и порядке на кухне. Агрегат состоит из резервуара для воды, оборудована нагревательным элементом и шланга с моющей насадкой. Перед тем, как приступить к делу, пользователь должен выбрать температуру и силу подачи пара с помощью переключателя на корпусе. Чтобы использовать устройство, например, для чистки кухонной плиты, нужно вытянуть шланг, длина которого варьируется от 1,5 до 3 метров. А теперь о расходе воды. Если верить тому, что говорит производитель, 1 литра хватит на 15 минут непрерывной работы. Однако фактический расход напрямую связан с режимами и варьируется от 20 до 120 мл на минуту. Максимально возможная температура пара составляет 105 градусов. Многие люди уже давно перешли на умные машины, которые выполняют всю грязную работу за человека. Наконец-то дело дошло и до глажки и сушки одежды. Знакомьтесь, это Эфи. Устройство представляет собой умный шкаф, который вместо функции хранения одежды выполняет роль большого парового утюга и сушильной машины одновременно. В него помещается до 12 предметов одежды за раз. Процесс отнимает не более 3 минут на глажку и 6 на сушку с помощью горячего воздуха. Шкаф совместим с большинством натуральных и синтетических тканей и управляется одной единственной кнопкой на корпусе или через мобильное приложение. На очереди простенький мультитул, который всегда будет под рукой и выручит в нужный момент. В первую очередь стоит отметить его размеры, сопоставимые с брелком. Именно благодаря этому изделие с легкостью помещается в карман и может находиться на связке с ключами. Мультитул объединяет в себе такие полезные инструменты, как пилка для ногтей, маленькие, но острые ножницы, пинцет, удобную отвертку, зубочистку, а также стальной нож. Это портативное гибкое устройство, позволяющее сканировать большие объекты без маркерных точек и даже вне помещения без потери точности. Алгоритм сопоставления, берущий за основу цвет и конструктивные особенности объекта, обеспечивает функцию многопозиционного сканирования. Но это еще не все. CR-Scan 01 представляет мощный инструмент для обработки моделей, редактирования, автоматическое восстановление заливки и цвета, автоматическое распознавание подложки, плавное шумоподавление, упрощение сетки. На выбор предлагается две версии сканера со штативом и без, так что если вы хотели себе 3D сканер, но долго выбирали какой, хватайте на заметку. А это залипательная игрушка, представляющая собой прямоугольный геометрический контейнер, в который заключен миниатюрный пароход, плавающий по бушующему морю и спотыкающиеся волны. О да, кажется, я догадываюсь, что вас заставило вспомнить эта вещица. Титаник, я прав? Пишите в комментариях, если да, а сувениры вправду классные. Каждого человека заботит его внешний вид, и как бы кто ни пытался это отрицать, положительное впечатление окружающих, особенно если речь заходит о деловых или рабочих отношениях. А что первое бросается в глаза при встрече? Правильно, ухоженная, выглаженная одежда. В этом деле можно полностью положиться на HS-21-8. Устройство можно использовать как в роли отпаривателя, так и утюга. Кроме того, оно будет в разы меньше, чем тяжеленный дедовский утюг. HS-21-8 бережно относится к вещам и идеально разглаживает каждую складочку. Разборная конструкция позволяет легко выбрать нужный вам тип работы. Для этого нужно повернуть отпариватель в гладильном компоненте, чтобы надеть его или снять. Температура пара достигает 180 градусов, так что он возьмет даже плотную верхнюю одежду вроде пальто. Не знаю, как вы, а я бы сейчас хотел закрыть глаза и волшебным образом очутиться на море, чтобы валяться под солнышком, попивая холодный коктейль, нырять до синих губ. Но, кажется, я размечтался. Или нет? Недавно я наткнулся на интересную картину, которая телепортирует в любой уголок мира. Называется она Edmorph Window и представляет собой 27-дюймовый умный дисплей, циклически отображающий видео с любой точки планеты в разрешении 4К.
Процесс сопровождается дополнительной графикой для имитации реального океана и реалистичными звуками. Например, если это море, то звучание волн, разбивающихся друг от друга. Архив Windows насчитывает свыше 1000 оригинальных видео. Умный дисплей также можно синхронизировать с различными дополнениями от Google и даже воспользоваться голосовыми помощниками. А приобретя сразу несколько дисплеев, вы сумеете синхронизировать панораму. А, чуть было не забыл, еще одной интересной фишкой картины является возможность использования в качестве камеры наблюдения. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.